И что же это такое? Посмотрите. А это заброшенное захоронение. Я вам показываю заброшенное захоронение. Посмотрите. Здесь уже очень давно не ступала нога человека. Мы с вами в Бангкоке находимся. Находимся на заброшенном кладбище. Посмотрите, как здесь все запустело. Посмотрите, как здесь все заросло. А изначально ведь эти могилы выглядели намного лучше. Посмотрите. Вот. Так выглядит заброшенное кладбище. И мы исследуем энергетику этого места. Она нам интересна с точки зрения того, что здесь захоронены буддисты. А это совершенно другая культура и другая энергетика. И мы будем думать, для чего можно использовать эту энергию. В каких ритуалах мы сможем использовать энергетику этих захоронений.